класс из 30 человек, как ни садился, хотя бы в одном ряду оказывалось не меньше, чем 2 человека. А когда пришел класс из 26 человек, как они ни садились, по крайней мере 3 ряда оказывались пустыми. Как садились, так садились. Сколько рядов в этом кинотеатре? Да. 15. Нет, не верю. А 27 было человек в классе? 26. Значит, было 2 класса. В одном из них 30 человек, а в другом 26. Так вот, тот класс, в котором 26, как не садился, но хотя бы 3 ряда оказывались свободны. Класс, в котором 30 человек, как не садился, хотя бы на одном ряду оказывались 2 человека. 29, да. 30 свободных рядов. Значит, у нас рядок 26 плюс 30. Не меньше, чем 26 плюс 30. 26 плюс 30. Да. Не меньше, потому что не так. Знак больше или равно. Количество рядов обозначим на букву N. N больше или равно. Нет, не так пишется. Нет, можно, конечно, не так, но вообще, это вы использовали информацию о том, что 26 человек, когда пытались сесть, то обязательно оставались 3 свободных ряда. Да. Так, а другую часть условия как? У нас другая часть условия, то, что у нас 30 человек садились так, что... Как не садились, всегда оказывались на одном ряду двое, да? Да. Ну и что это значит? Это значит, что число n. Число n это 30. Нет, не 30. Если бы 30 рядов было, то они прекрасно сели бы по одному человеку за ряд. Они все время не хватало. 30 должно быть меньше. Правильно, пишите. N меньше 30. И что это значит? Если число не меньше, чем 29, но меньше, чем 30. Число 29. Все, пишите. N равно 29. Спасибо. Так, ребята, это уже не про математику. Пожалуйста, посмотрите, как она написала. И никогда больше так не пишите. Смотрите, что она делает. Она пытается экономить. Пишет n впритык больше или равно, впритык 26, здесь то же самое. Ребята, человеческий глаз так устроен, что если правильным образом расставлять пробелы, то читать будет намного легче. Вот здесь вот чуть-чуть оставить свободное место, здесь тоже, и здесь. Ни в коем случае не пишите вот так. Читать намного удобнее. И привыкайте, когда вы пишете письма, не надо подряд без пробелов писать. Человечество придумало абзацы, понимаете, да? Когда текст структурирован, то намного легче понять его, чем когда вот так вот подряд